совсем скоро стартует. Поэтому обязательно переходите по ссылке, смотрите, болейте, пишите комментарии. Лайки там все дела, репосты вообще приветствуются. Вот я, собственно, показываю, что происходит на суде. Лайк. А? Да. Что? Вот раз отверстие, вот два отверстия. А вот третье. Вот третье. Дырка. А вот еще к вопросу о сложности покрытия для участников, и в том числе четвертой группы и группы здоровья. Вот лужа, которая стремится ровно на траекторию. Также она стремится вот сюда вытекать. Вот это вот, то, что вы видите, это мокро. Это не сухое покрытие. Это вода. Поэтому условия максимально сложные были для участников. И они справились. И примерно вот так выглядит работа с газом во время сухомокра. Один из первых проездов. Это ноль дросселя. Это 100% открытие дросселя. Вот так выглядит кардиограмма работы с педалью газа. На желтый и на фиолетовый не обращать внимания. Это фактически и таргет. Выглядит кардиограмма работы с газом на протяжении вот начала заезда. Весь заезд до его конца. Позови меня с собой, я приду сквозь свою одну ночь.